можно вопрос? Да, пожалуйста. А скажите, на чем базируются ваши знания? Вы чем-то занимались до этого? Ну, в принципе, я и занимаюсь. Нет, а на основе какого-то боевого искусства или чего-то? Нет, дело в том, что вот та версия ножевого боя, которой я занимаюсь, она отличается от всех других тем, что здесь прежде всего учатся управлять поведением противника. Не реагировать на его поведение, как делают все, и для этого развивать силу, реакцию, скорость, что хочешь. А вот управлять его здесь. Первой и второй сигнальной системой? Ну, можно так сказать, потому что вот я кинул, раз и через, хоп, его достал. Предположим. Вот он остановился. Дальше, нет. Дальше просто скажите, что ему отрезать. Или это. Я не буду таких этих умных вещей касаться. А вы не занимались восточными такими? Может, откуда-то вот какой-то фундамент вы же получили? Я вообще удивляюсь, почему русские люди должны ездить в Японию, в Таиланд, там к черту на рога, поклоняться этим, да, одевать их одежду, пытаться выглядеть вот этим вот деятелем, да, как будто в России ничего нету другого. Вот это я никак не могу понять, и с этим не согласен. Пусть лучше они к нам ездят учиться, чем мы к ним. Не, это не означает, что надо всех подряд посылать. Типа, мы умные, а вы дураки. Не, учиться можно у всех. Весь вопрос, чему. Если как там рекомендовали, помню я в начале, когда карате изучали, ты должен 5 лет учиться сжимать кулак. Там, мать честная, а когда я буду учиться всему остальному? Побить-то могут прямо по выходу из зала. Понимаете? То есть что-то можно взять, а что-то нет. Вот японцы после войны, они не стеснялись. Начали покупать технологии, патенты, все что угодно, а теперь вон, создали такую индустрию, что сами законодатели могут. Вот так. То же самое должно быть и в нашем бою. Те техники, которые сейчас используются, я их называю техники позавчерашнего дня. Потому что, еще раз говорю, человек, который не умеет управлять поведением противника в бою, да, он во многом зависит от случайности. А случайности, особенно когда речь идет об остром оружии, да, они чреваты. Случайный удар. Это, знаете, я не раз слышал. Вот стоит человек вот так вот. И руку держит вот так. И мотивирует. Руку можно отдать в случае чего. Понятно? Так может говорить человек, которому никогда по руке не цепляли ножом, притом хорошо не цепляли. А я вам скажу, я видел здоровенных бойцов, прошедших Крым, Рим и медные трубы, от банального щелчка по пальцам, да, щелкнешь, ну вот. Типа я вот остановил, да, и так идет удар, на, и потом это, сажаешь его. Да? Ему бьешь по левой руке, но я ему не стал больно чего делать, да. У него из правой руки нож вылетает. Бывали случаи от удара резиновым ножом по руке, люди сознание теряли. А что будет, если ударить натуральным ножом? Поэтому вот считать, что я подставил руку, особенно, знаете, мне больше всего нравится, это вот такая форма защиты. Такое ощущение, что человек, который вот так делает, у него рука из стали. И то, что ровно через секунду после удара по руке, а, будет вот что, как-то не думаю, но регулярно я вот это вот вижу. Ударил, это называется на контроль. Нет, возможно, я не могу проникнуть и познать всю мудрость мастера, да? Но я считаю, что рука китайца, так же, как и рука там армянина, русского человека, да хоть негра, блин, с Африки, да? Это рука, порезал ее, повредил сосуды, повредил нервное окончание, да? Шок, бац, и все. Например, если она, вот он мне наносит удар, да, я его вот так ударил, что там будет? Там будет вот такой вот маленький порез, вот такой. Он мне наносит удар. У меня уже вот такая. Уже вот такая. А вот когда вот мышцы отделяются от костей, его вызывает шок. Человек может сразу скопытиться. Поэтому рассчитывать, что все будет
отдыхать у нас, да? Начинают такие дела. Так никогда не делается. Только да, да, вот только мы встали, да, сразу идет удар. Или вот мы это начали, да, я сделал вот так. И весь бой. Не, я не стал продолжать, потому что после этого удара, естественно, там бы пошли бы более какие-то эти изощренные дела. Да? Спасибо вам большое. Да ради бога. Я в молодости изучал восточное единоборство, тайши. И там очень много таких же, как рассчитанных именно на отвлечение внимания, обманных движений. То, что у вас все время происходит, когда... Понимаете, обманные движения можно запомнить просто, что вот есть такое обманное движение. Ну, например, вот скажем, я любой, ты сделал и раз, и достал. Это обманное движение. А есть еще... Как делать это обманное движение? Ну, у вас и скорость какая, у вас другая скорость. Так я медленно работаю еще. И мне вот понравилось, что вы, когда отбивали нож, вы сделали вот это движение. То есть отбили... А это я еще побоялся, он же медленно бейте, да, медленно. Там идет вот так. Да. Я боюсь его просто покалечить, если он пойдет на скорость. Поэтому ограничиваюсь это. Ну а вот скорость, которую вы наработали, откуда, как вы наработали? Понимаете, здесь удары наносятся на несколько ином принципе, не так, как наносятся везде. Расслабленной рукой, да, скорее? Нет, не расслабленной рукой. Видите ли, когда человек наносит удар, да, у него мышцы-антагонисты включаются в борьбу. То есть, ну, если действует разгибатель, значит, сейчас напрягается сгибатель, да? Вот. И человеку, который наносит сильный удар, ему кажется, что он наносит сильный удар, а на самом деле он борется сам с собой. Поэтому, чтобы удар был быстрый, необходимо несколько моментов. Первое. Я должен обмануть свои мышцы-антагонисты. Второе. Я должен замедлить движение противника, чтобы он не дергался. Тогда мне не надо очень большую скорость. А это очень важно, если человек имеет какое-то повреждение. Ну вот, например, ну человек в возрасте, болит нога. Бурсит, рука болит, черт побери, не дернешь, не повернешь, да? Вот. А противник молодой и это, борзый, бегает вокруг него. Куда с ним соревноваться? Это не пойдет. Вот. Поэтому очень важно использовать вот эти вот методы, чтобы подготовить платформу для удара. Далее. Момент удара я должен сделать так, чтобы человек не напрягал мышцы в том месте, куда я бью. Но если человеку обычному вот так держит, он напрягается. Я напрягся. Правильно. А вот надо, значит, сделать так, чтобы он не напрягся в этот момент. Поэтому, если я, например, пошел вот раз, и вот теперь он расслабленный, можно его сказать. Это другое. Далее. Я должен его ударить на вдохе. Об этом все говорят, но мало кто знает, как это делать. Некоторые говорят, ты должен ему по глазам определять, когда он вдох сделает и потом ударит. Кто-то говорит, ты должен ему смотреть, как у него там пульсирует это. Хотя, честно говоря, я по биению пульса не определю, он делает вдох или выдох. Ну, короче, вот такая вот билиберда. Я всегда задумываю, а если это дело вечером, ну не вижу я его глаз. Или там что у него вот здесь вот дергается, да? Как тогда? Так вот, мало кто знает, как надо заставить человека в нужный момент сделать вдох или выдох. И в соответствии с этим и наносятся удары. Это я так, просто. А еще для нанесения удара надо правильно использовать как собственный взгляд, так и взгляд противника. Вот этот взгляд позволяет создать у него в теле, ну, как говорится, ну, дырку, провал, куда можно нанести удар. Притом это я могу сделать как своим, так и ну, с помощью его. Ведь когда человек ведет бой, он обычно что делает? Одни смотрят в глаза, другие на руки, третий в грудь, четвертый на ноги. А пятый вообще старается хитрый, это самый хитрый, который смотрит вот так, в сторону. Ну, не смотрит за человеком. И каждый считает, что он при этом это, на коне. А на самом деле, вот стоит увидеть, куда человек смотрит, чтобы тут же знать, как его брать. Вот прямо сейчас, сразу, в секунду. Нет, я вам верю. Ну, например, например. Ну, вот вы мне смотрите, да? Ну, это так, прошу прощения. Это я... Хотя можно было вот, видите, а вот теперь я зашел. Ну, это так.
это не показатель, сразу говорю. Говорю, абсолютных способов нет. Но просто хочу сказать, что вот в зависимости от того, смотрите ли вы мне, я опять пропустил. А это потому, что вы смотрите на него и ждете от него сигнала. Нет, нет, нет. Ну да. И получая сигнал, вы его начинаете идентифицировать. Я не очень медленно. Происходит тормозение нашей нервной системы. Но вы руки вскинули уже в тот момент, когда нож был вон там. Понятненько, да? Есть вообще удары, которые человек не видит. Он просто их не видит. Понимаете? Вот так он устроен. Этим надо просто уметь пользоваться. И когда все это используется, то и получается, что вроде так шевельнулся чуть-чуть, тот брык и уже покатился. А если мы будем соревноваться на скорость, на силу, там, на выносливость, там все. Иди дознай, чем закончится. Это совсем другие принципы ведения боя, другая концепция. Вот смотрите, ведь на что в основном ориентируют бойцов? На победу. Я своим говорю, самое главное не проиграть бой. Потому что человек, который готовится к победе, он и изучает те технические действия, которые должны ему обеспечить достижение этой победы. Но это хорошо, если он сильнее противника. А если противник сильный и напал внезапно, то уже ку-ку-ку-ка-ре-ку. Именно по этой причине абсолютно большинство боевых систем не может решить одну проблему. А как? Первое. Боец может показать все свое мастерство только в том случае, если он на голову сильнее своего противника. Боец в встрече с равным противником не может избавиться от взаимных повреждений и прочего. И, наконец, боец, который слабее противника, обречен на проигрыш. Вот такова правда жизни. Да, но она нас не должна устраивать. Значит, мы должны знать, а как сделать, если противник быстрее, сильнее, моложе, имеет больше опыта, да? Но не знает этих делов. Вот как с помощью этих штучек его брать. Знаете, вот это очень важно, чтобы он не знал, что я это знаю и умею. И вот тогда можно компенсировать вот это вот превосходство технику. А так вы посмотрите, какой рисунок боя во всех полуготах. Что они делают? Бегают друг вокруг друга и выжидают момент. Почему? А потому что их научили работать на слабостях противника. Им внушают, ты должен провести разведку, определить ее на слабое место, а потом туда бегать. Это устаревший подход. А есть другой подход, где мы используем сильные стороны противника против него же. Потому что если, например, человек видит, что я со всеми его движениями слежу, он меня может отвлечь внимание, вдруг там это каким. О! Раз и все. Видели? Противник, который видит, что готов человек отразить его атаку или что-то, он будет хитрить. А вот противник, который, например, вот я его внутрь ушел, да? Я ему дал возможность себя ударить. Редкий борец возможно. Тем паче, что я вроде его это, как бы атаковал, да? И потом как бы испугался и ушел. А он меня в этот момент и ударил. Притом, пусть бьет в полную силу. Мне только дано. Нечто такое, например, если человек вот со всей дури бьет сюда ножом, да? А я ему вот сюда вот мышцу долбану. Рукоять. И чем сильнее он меня ударит, тем сильнее у него отсохнет рука. Ну, на некоторое время, по крайней мере. Но этого достаточно, чтобы что-то сделать. Понятно? То есть вместо того, чтобы убегать от удара, пусть бьет, так я зашел, на уже это, хоп, а теперь уже начинает там что-то с ним делать. Вот так. Скажите, пожалуйста, да. А вы участвуете в соревнованиях? Никогда. Нет. Соревнования – это значит, ты ведешь бой по правилам, придуманным кем-то. Это первое. Второе. Соревнования – это куча ограничений. Куда ни бей, это делать нельзя, так делать нельзя. Соревнования – это наличие защитного снаряжения. А это означает, что, например, если, например, мне нравится щелкнуть по руке, а потом
должен зайти в человека, да? То если я ему щелкну по его рукавице, скорее всего, он меня тут же ударит. Защитная экипировка не позволяет человеку демонстрировать свою боевую реакцию. Вот как он реагирует, когда ты ему там засадил. Вот видите, вот вы отошли. Кстати, так делают люди атакующего типа. Они сперва отходят, потом подходят. А люди делятся, ну, у нас три основных типа. Атакующий, контратакующий и выжидающий. И вот в зависимости от того, как человек себя ведет, сразу знаешь, как его брать. Ну, например, вот когда человека пугает, он отходит, а потом туда. Это атакующий. Человек, например, который начинает вот так вот подходить как-то, да? Это уже контратакующий. Ну, а тот, который начинает гулять, а это выжидающий. Поэтому стоит только увидеть, что делает человек, чтобы сразу знать, как его брать. А не бегать, расчетить человека. Как мне его достать, как мне его достать. Понятно, да? Вот так. Есть еще какие-нибудь вопросы? А у вас школа? У вас же школа, да? Ну, назвать это школой, это слишком, это, у меня нет десятков учеников, потому что, понимаете, работа должна быть, это... Индивидуально. Индивидуально. Да, еще я забыл, что такое соревнование. Соревнование – это всегда бой одинаковым оружием, в одинаковых условиях, который начинается и заканчивается по команде судьи. Для реальной жизни это не годится. Не будет там команды судьи. И если тебя на нож одели, никто не скажет так, стоп-стоп, сестричка, сюда, давайте мы ему там что-то это сделаем, проведемся. Этого не будет. Все будет не так. Именно по этой причине я и не это, участвую в соревнованиях. Для меня бой, он решается в первые пару секунд. Вот с учетом всего того, что я говорю. Стандартная ситуация. 3-4 человека гонятся, у тебя есть 20-30 метров состояния, ты знаешь, что ты сейчас можешь убивать. Ну, наверное, прежде всего... Там будут убивать, да? Вот, скорее, ты бежишь. Хорошо. Бежишь. А зачем бежать? Знаешь, будут убивать. Не, а зачем бежать? Я человек забью. Какая разница? У вас что-нибудь есть? Нет, что-нибудь есть у вас, при вас? Понимаете, если вы постоянно с электрички выходите и постоянно знаете, что там обязательно какая-то шантропа шныряет, да? Это надо быть очень безответственным, чтобы не сделать выводы и заранее хотя бы чуть-чуть не подготовиться. Хоть что-то вы должны иметь. Вы должны иметь уравнитель. Да, баллончик. Баллончик это от лукавого. Кроме того, если поймали вашу руку и на вас же направили этот баллон, вы накушаетесь газа выше ушей. Понятно. Надо уметь работать ножом. Вот то, что я преподаю, это версия бытового ножевого боя. Чем она отличается от армейского или спортивного? В армейском ножевом бою основная задача уничтожения противника. Ну, я должен его убить. Все. В спортивном ножевом бою моя задача натыкать ему как можно больше ударов, чтобы получить что? Очки и чемпион. Повесить такую медаль и радость. А что такое бытовой ножевой бой? Там противник стоит, разговаривал, что-то ему там мелькнуло, он раз достал нож и засадил. То есть в бытовом ножевом бою атака может произойти спонтанно, без какой-то особой провокации. Понимаете? Вот вы на него не так посмотрели, он уже решил, что пора. Ну, так оно все делается, понимаете? Вот. И поэтому бытовой ножевой бой гораздо опаснее. Ты вышел? Потому что он начинается внезапно, а еще чем он опасен, что это редко, если человек с одного удара положит. А чаще всего он начинает тыкать, куда попало, этот бортик отбивается, а этот все тыкает, и там иной раз по 70 или по 100 дырок на человека находится. Понимаете? Бытовой ножевой бой очень опасен, и вот поэтому очень важно уметь определять намерения противника. Это первое. Второе. Уметь отражать его внезапную атаку. Потому что если он пойдет на удар, уже поздно будет соображать. Понимаете? Почему мы столько внимания уделяем именно вот этим, изучению этих вопросов. А спортивный бой, вот соревнования, вышли, начал и пошла. Нет, там тоже кровь бьется, кто спорит? Пальцы ломают, а меня не понимают. Но
Я вам скажу, занимайтесь хоть 20 лет, вот это спортивный нашего бойка, первый еще подворот, если кому-то вздумается, да, он вас убьет. Потому что там людей не учат отражать внезапное нападение. То есть то самое, да, о чем я и говорил сегодня. Внезапное нападение, это краеугольный камень. Ну ладно, хорошо, мы это увлеклись. Я человек увлекающийся, да? Вот. Но на этом, как говорится, это, закругляемся. Если было что-то вам интересно, то спасибо вам.